буду готовить картофельный супчик с фрикадельками. И для приготовления мне понадобится 500 грамм куриного фарша, картошка грамм 700, 250 грамм морковки, 250 грамм лука. Здесь я насыпала 3 столовые ложки панировочных сухариков, 2-3 лавровых листа, соль, перец черный молотый и перец горошком. Количество ингредиентов на 4-литровую кастрюлю. Пока я буду подготавливать к приготовлению супчика ингредиенты, я уже на огонь поставила нагреваться в кастрюлю. Картошку я нарежу кубиками. Лук мелко покрошить. Морковь я натру на крупную терку. Теперь я займусь приготовлением фарша. В фарш я добавлю панировочные сухари, 3 столовые ложки. Фарш нужно посолить, поперчить и хорошо перемешать. Из фарша я сейчас буду формировать фрикадельки. Благодаря панировочным сухарям фрикадельки прекрасно скрепливаются. Вода закипела. В кипящую воду я добавляю картофель. Добавляю лук. Следом добавляю морковь. Я довела до кипения. Перемешаю. Ставлю меньше огонь. И добавляю фрикадельки. Варить 20 минут. За 5 минут до приготовления супчика я добавляю лавровые листья. Супчик готов. Приятного аппетита!